связано с Форнаксом. Связано с Форнаксом. Стоп! Не надо! Землемен, как обычно, поднимал свои руки вверх. Вчера Землемен попробовал арахисовую пасту. Ему очень понравилось сочетание аргинина, валина, гистидина, изоцелина, глицина, лизина, метонина. Ну привет, привет, соевое молоко! Так, Землемен, мы должны объединиться. Я Александр Македонский, я пришел тебя спасти! Ты спасла меня. Проснись, пожилой человек! О, ты тот труп, который лежал в помойке 1000 лет назад. Я туда тебя сюда положил. Доброе утро. Почему? Не суть, я все знаю. Например, о столе, чьих подных стало значительно больше за это время. Их можно часто встретить. Он везде. Ты не стул. Что теперь со мной будет? Арахис. А ты слышал про механизм, который тебя хочет мертвым? Ты не здешний, ей такие не нравятся. Впрочем, убить она хочет теперь всех, да или нет, Землемен, туалет. Не спрашивай ее это. Пока я родилась, от пола он фундук близок. Пошли. О, окно, мы должны в него попасть. А там прячется шанс у 98.374%. Ну как мы это сделаем? Окно же высоко. Зачем ты убил мой фундук? Слишком поздно! Связь обнаружена! Переключаюсь! Твоя магия... Бежим! То есть ты серьезно на сережке хочешь сразиться со мной? Я пустота! Серьезный режим.
Кто бы мог подумать, что королева антиутопии успеет вылупиться из фундука и придется использовать тебя? Она хотела уничтожить землемена. Я не могу этого позволить, это должен сделать только я. Из-за того, что она пробудилась, я смог тебя протестировать. И теперь я точно уверен, что я смогу победить землемена. Сделай это только я. Я создал тебя на ином уровне восприятия. На втором уровне постмодернизма. Именно из-за этого я смог ее победить. Тревога! Вторжение какого-то Олега! Привет, брат. Ты кто? Отвечай, тварь! Посланник стола. Он очень заинтересован в своих умениях создавать существ. Сегодня был рожден человек Ковер 5000. И столу нужно, чтобы ты его проапгрейдил. Окей, а если я тебя убью? А если я себя убью? И этот баклажан. Только не баклажан, ладно, я пойду с тобой. Продолжение следует. Это, блин, такой офигенный.